Привет, ребята, вы на канале Cat the Time, и мы сегодня будем играть в игру под названием Dark Riddle. Вот наш старый сосед. Ой, не сосед, а кого? Полицейский. Ладно, ребята, это мне из-за съемки видео. Игра немного подлагивает, так что она может еще и крашнуться. Ну, вылететь. Для тех, кто не понимает таких слов. Давайте, ребята, я вам покажу, как быстро пройти Dark Riddle без всяких проблем. Ну как, они там тоже будут, но ладно, я вам покажу, как это сделать. Так, берем одно яблоко. Не обязательно, но в всяких случаях можно взять. Давайте я вам сейчас покажу, как перелезть забор без вот того вот ящика. Это бежим с дома сюда вот. Становимся на этот забор и перепрыгиваем. Я всегда бочком перепрыгиваю его. Ой, это залагивается. Давайте, ребята, мы сейчас сделаем все по стелсу. Берем объекты. И вот это да. Вы видели, куда он полетел? Он должен был... Он через секунду не должен перелететь. Ладно уже. Забудем об этом. Забираем ключ. Открываем. Зачем я это сделал, я не знаю. А хотя надо. Я забыл. Хотя, смотрите, это. Берем вот то вот окно. Ну, не берем, а нацелимся на него. И кидаем. Ключ, чтобы разбить то окно. Открываем эти вот ворота. Берем яблоко, которое мы ранее подобрали. И сейчас мы подойдем к вот этому вот окну возле лестницы. И разобьем его. Эх, да шо ж у меня заново не получилось. Так, это сейчас вам покажу. Ну, сейчас мы разобьем. Смотрите, сейчас разобью его. Да как? Ладно уже. Отсюда мы разобьем. Вот это уже точно, наверное. Так, это берем и разбиваем яблоком наше окно. Становимся на лестницу где-то здесь. И стараемся у него запрыгнуть. И вот, ребята, мы запрыгнули. А судья, как у меня с первого раза получилось? И забираем ключ. Теперь, ребята, мы идем к ранее разбитому окну. Вот сюда вот. Ребята, наконец-то у меня получилось. Ура! Так, я заберу сразу батарейку на всякий случай. Так, ребята, сейчас мы берем и просто открываем вот это вот. И вот это вот. И, ребята, забираем то, что нам надо. Вот это вот. Да, это специальная штуковина для того, чтобы открыть нижние двери. Мы ее заранее заряжаем соседу. Смотрите, вот. Эх, да что ж такое, ребята? Сейчас закончится и все. Все, ребята, я проник возле вот этой вот двери. Вот этой вот. Да, ребята, это новое место, чтобы прятаться. Мы открываем вот эту тумбочку. Я забыл случайно двери закрыть. Ребята, мы открываем эту тумбочку и залазим в нее, и все. Только приседи. Это открываем. Надо отойти и прицелиться по ней. О, как залагало. А, ребята, кстати, мы промахнулись. Да и ничего, что мы промахнулись. Берем, заряжаем. Только это сейчас непонятно, куда сосед пойдет. Дабы не сюда. Так, ребята, закрываемся. На всякий случай. Ох, как спать хочется уже. Так и хорошо, что он ушел. Сейчас где-то прицелимся прямо на нее. Чего? Ладно, ребята, видно, это какой-то баг. Ну ладно, ребята, всем пока и до новых встреч. В этом видео я вам показал, как быстренько пройти Dark Riddle. Да, это версия классик. Именно классик. И скоро мы уже увидимся.